Добренько. Всем добренько. Итак, приобрел я вот такую вот гигантскую, ребята, коробку. Просто взгляните на эти исполинские размеры. Вот эта вот коробка стоила 2 чуть больше тысячи долларов. Вы только вдумайтесь. И сейчас я вам его покажу. Ух, какой же он, черт возьми, тяжелый. Этот компьютер весит просто, блин. Я не знаю, очень тяжелый, но при этом безумно впечатляющая машина. Итак, конечно же, с клавиатурой родной и родной мышкой. Итак, давайте, друзья, включим этот компьютер. Обратите внимание, как он включается, это тоже круто. Загорается вот такой вот индикатор вот здесь. Звук классный такой, очень интересный. Пока что черный экран, потом серый. Сейчас логотипчик Apple. Операционная система. И вот она загрузилась. А? Как на айфонах старых, заметьте, да? Звук чертовски хороший. Два стереодинамика. Очень классно звучит этот Mac. Вот послушайте. Ну, вот такой вот звук примерно выдает этот компьютер. Очень сочный. Но для начала давайте поиграем Doom 2 на нем. Почему бы и нет? А вот и Doom со звуком. Так, single player, new game. Поехали. Ну что ж, смотрите. Прекрасно работает. То есть Doom. Как Дмитрий Бачило говорит, если компьютер может запускать Doom, то он уже не бесполезен. Вроде так примерно он говорил. И этот компьютер прекрасно запускает Doom. Версия специальная под macOS 10, поэтому работает она изумительно. Вот. Со звуками, в хорошем разрешении. Не знаю, по-моему, прекрасная версия Дума. Вот так вот. Вот. Но вообще, в целом, сюда можно поставить и Doom 3, к примеру. Но я не нашел Doom 3 в интернете. На том сайте там нельзя было скачать этот Doom 3, на котором я показывал. Также Call of Duty, но Call of Duty мы играли в обзоре на Power Mac G5. Поэтому в этом обзоре я решил вот поиграть вот такую игру. Итак, запускаем синглплеер. Выбираем, к примеру, за кого играть. Так, заставочка на движке игры. Довольно симпатичная. 2231 год. Так, ну, ролики мы, пожалуй, пропустим. Вот такой вот ролик на движке игры. Как вам? Звук можно сразу же убавить, прибавить. Прямо в игре. А? Как вам такое? Единственные рамочки вот такие. Но игра получается рассчитанная под 4:3 формат. А у нас широкоформатный монитор уже. Ну что ж, вот она игра запущена. Так, выбираем автомат, к примеру. А? Смотрите, как выглядит. Правда, опять же, с рамочками. Но там разрешения были все какие-то нестандартные. То есть разрешение в этой игре такое, как у этого экрана, не было. Ну, прикольно. Так, вот здесь я вот надо открыть. Чик. Потом вот такую штуку достаем. Подождите. Подождите. Так. Взламываем дверь. Так, все, взломали. Отлично. Берем автомат и поехали. Ох ты, как страшно. Так, вышли на улицу. О боже, взрывы пошли. В принципе, пока не тормозит. Ёлки-моталки, это что такое было? Хрена себе. Все, я умер. Что это было? Походу моему морпеху кирдык. Он лежит мертвый и растекается кровь. Да, you were killed.
вы убиты. Давайте попробуем играть за Predator. Хищник. Ух ты, блин. Прикольно. О боже, какой мужчина, а? Смотрите, какой шнобель у него и хмурые брови. Однако. Опа, смотрите как. Вот здесь уже чутка притормаживает, походу. Но графика как бы стоит на настройках максимальных. То есть можно, по идее, пониже поставить. Если вот зайти в настройки, здесь у нас разрешение 1024 и Best стоит, Digital. Ну, типа настройки графики высокие. Так. Ну, здесь, в общем-то, зависит все от того, насколько грамотно работает эмулятор. Так. О, божечки. Немножко эмулятор все-таки подглючивает на Nintendo 64. И звук почему-то нет. Забавно. Забавный эмулятор Nintendo 64. Херовастый, я бы сказал. Херовастый, я бы сказал. Все, всем спасибо, всем до скорых встреч, всем удачи и пока. И не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну и, собственно... Люди добрые, помогите! Эй, ни гомо, гербоу не дуй!